Тренажерная площадка, универсальная спортивная площадка для игры в волейбол и баскетбол, легкоатлетический стадион с четырьмя беговыми дорожками и двумя ямами для прыжков в длину, зона для отдыха и проведения занятий с учащимися младших классов. Все это появится на новом стадионе школы номер 7. Также готово полностью мини-футбольное поле. Настелена уже трава искусственная. На сегодняшний день они ставят ограждение этой площадки. Реконструкция началась в апреле. Сначала на стадионе демонтировали старые спортивные сооружения, которые не менялись с 1997 года. Сейчас строители ведут завершающие работы. Отставания от графика нет. Работы закончат до 30 сентября. Основные работы выполнены по реконструкции. Готовы основания под все спортивные площадки. Осталось только закончить резиновое покрытие основных площадок. Реконструкция стадиона 7-й школы – это часть большого проекта по ремонту школьных стадионов. Следующей школьной территорией, на которой планируется реконструкция, станет стадион школы номер 12. Екатерина Шмакова, Евгения Шевцова, Евгений Зыбин. Служба новостей, Саров-24.